Здравствуйте, это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Уже октябрь, а тепла все нет. На улице Ушакова местные жители остались без тепла из-за прорыва трубы в подвале. Дороги в окраинах, состояние дорожного полотна проверила наша съемочная группа. Слова поддержки, кто дарит свою энергию на спортивных турнирах. 3 дня без отопления жители пятиэтажки на улице Ушакова остались без тепла из-за того, что в минувшую пятницу прорвало трубу в подвале. Приехавшая аварийная бригада ремонтные работы проводить не стала, просто ее перекрыла. Подробности далее. Аварийка или что там, машина стояла около 7 часов. Они не поднялись, не отреагировали, развернулись и уехали. Вот до 11 часов парыт шел. Кто потом отключал, не знаем. Прорывы в этом доме не редкость. Очередной случился в минувшую пятницу. Понять, что произошла авария, жителям нетрудно. Из подвала сразу же доносятся соответствующие запахи. В квартирах стоит сырость. Несмотря на то, что на улице минус, в подвале свой особый климат. Здесь стоит вода и летают комары. Раньше здесь было общежитие, потом комнаты приватизировали. С переменами пришло нововведение. По словам жильцов, ЖУ отрезало отопление в коридорах и на лестничных площадках, чтобы не ремонтировать старые трубы. Когда здесь в последний раз меняли коммуникации, никто не помнит. В пятницу все парило, до 5-го этажа все было мокро. Даже свет отключали. И не знаем, что делать. Мы уже писали и говорили, и ничего тут ничего не делается. У нас там зимой окна все старые, плохие, все промерзает насквозь там вообще. Ну, кошмар. Представитель управляющей компании, который работал в подвале, комментировать ситуацию на камеру отказался. Отметил лишь, что трубы заваривают, и в ближайшее время в доме снова будет тепло. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И снова о дорогах. Если в центре города хоть как-то стараются привести в порядок дорожное полотно в надлежащий вид, то окраина обделена вниманием. В поле зрения попала улица Интернациональная. Продолжит Мария Рудая. Не пройти, не проехать – это определение как нельзя лучше подходит для улицы Интернациональной. Ямы здесь в буквальном смысле на каждом шагу. И это несмотря на то, что рядом находится остановка общественного транспорта и жилые дома. Прохожие стараются обходить эти ямы стороной, перешагивая и даже перепрыгивая. Мужчины и женщины, мамы с колясками и, конечно, автолюбители. Все они стали заложниками плохих дорог. К сожалению, иногда такие ямы становятся причиной серьезных травм. 2 недели в гипсе – такой итог. Обычной прогулки ждал Надежду Амелькину. Я ногу сломала летом. Дождик прошел, яма. Я от машины посторонилась, и все, и ногу сломала, упала. И сейчас она там лужа постоянно. Колеса даже грузовых машин проваливаются в выбоины на дороге. Объехать их практически невозможно. Тут сразу несколько ям, каждая поражает своими размерами. Невооруженным взглядом видно, что ямы достаточно большие. Прошел дождь, и определить глубину с точностью, ну, наверное, слишком сложно. Мы решили с помощью подручных средств попробовать измерить глубину. Навскидку здесь значительно больше 10 сантиметров. Конищево – один из крупных спальных районов города. К сожалению, улица Интернациональная не единственная, где проблема качества дорог стоит остро. Жители куда только не обращались, но чудес уже не ждут. Тут ночью вот свет нет, пройти даже невозможно. Я говорю, темнеет рано. Конечно, хотелось бы, вот лето прошло, хорошее лето. Можно было заделать эти ямы. Периодически нам засыпает вот щебнем. Ну, колесами вытаскиваешь, вяжущего нет, она не держится. Если их сразу не заделать, то машина их еще больше выбивает. Поэтому надо вовремя ремонтировать. Уже точно можно сказать, с ремонтом дороги у дома 10А по улице Интернациональной в этом году опоздали. Проблему, если и решат, то временно. Зима только усугубит ситуацию. И все бы ничего. Да вот жителям боятся тут ходить в темное время суток. И тут встает еще один вопрос, который мы также поднимали в наших сюжетах. В городе очень темно. Фонари, если и горят, то света от них крайне мало. А то и вовсе отключают, как будто за ненадобностью. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». За прошедшие несколько дней на дорогах Рязанской области зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 34 человека получили травмы различной степени тяжести. В регионе произошло 60 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено почти 6 тысяч нарушений ПДД, в том числе 34 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
5 взрослых и 2 детей пострадали в ДТП на автодороге Житово-Ильинское в Рыбновском районе. По предварительным данным, 34-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь в сторону села Ильинка, совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Sportage под управлением 38-летней рязанки. В результате происшествия водители автомобилей, а также пассажиры Kia в возрасте 69, 10 и 7 лет получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Еще одна авария произошла 5 октября в Рязани. В 23:40 на улице Крупской сбили 17-летнюю девушку, которая, кстати, переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. 7 октября примерно в 16:50 на улице Крупской в городе Рязани 47-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Фиат», по предварительной информации, совершил наезд на переходящую проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода 29-летнего рязанца. В результате происшествия пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение. К сожалению, статистика аварий, которые происходят в выходные дни, порадовать не может. Около 6000 нарушений правил дорожного движения. Более 30 человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 34 человека получили различные травмы. И это не сухие цифры. Это реальные люди, которые пострадали, потому что кто-то проехал на красный или выскочил навстречку. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В силу вступили новые правила регистрации автомашин. Теперь во всех отделениях ГИБДД номера для автомобилей будут выбираться в случайном порядке. Эта операция будет проводиться специальным компьютером, который и выберет номер для авто из всех имеющихся. При этом сотрудник ГИБДД знать о номере не будет. Такую меру применили для того, чтобы снизить коррупцию в данной области. Также был продлен в 2 раза срок хранения регистрационных знаков, которые можно переставить на новую машину, если водитель покупает ее вместо старой. Теперь срок составляет 360 суток. К тому же был упрощен порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля, если он был того же типа и модели, что и стоявший ранее. Кроме того, теперь не нужно получать сертификат о безопасности конструкции. Отныне можно просто предоставить транспортное средство на осмотр, по результатам которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы госавтоинспекции. В Госдуме предложили обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия фитнесом. С таким заявлением выступил депутат Дмитрий Свищев. В своем письме к министру здравоохранения Веронике Скворцовой депутат напоминает о том, что согласно сообщениям СМИ, Министерство здравоохранения готово поддержать введение налогового вычета для россиян, оплачивающих занятия фитнесом самостоятельно. Депутат считает данную инициативу актуальной и своевременной. В качестве дополнения к данной законодательной инициативе Дмитрий Свищев просит рассмотреть возможность введения нормы, устанавливающей обязанность крупных компаний, в которых работает более 250 человек, выделять средства на организацию занятий спортом и физической культуры для своих сотрудников. Данная мера позволит стимулировать граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на сохранение здоровья нации в целом, сказано в письме. За каждой крупной победой кроется помощь близких и коллег. А в крупных спортивных турнирах всегда есть группы поддержки, или, как их называют, чирлидеры. Движение это для зарубежных стран не в новинку, а вот в России оно относительно молодое. Однако болельщики ждут их выхода на поле не меньше, чем самого матча. Об одной из рязанских групп поддержки в нашем следующем сюжете. Группа поддержки, или как их еще называют, чирлидерши, выполняют один из самых важных элементов выступления – поддержку. Простое на первый взгляд движение требует определенных навыков, однако для девушек оно не в новинку. Анастасия Киндинова уже 3-й год поддерживает хоккейный клуб «Рязань». Будучи ребенком, ходила вместе с отцом на все матчи. Потом заметила танцующих девушек. Анастасию это заинтересовало, и спустя некоторое время она попробовала стать участницей группы поддержки «Айстим». И теперь вместе с девушками дарит положительный заряд зрителям и игрокам. Мы все переживаем. Мы немножко даже иногда отвлекаемся от танцев, как мы переживаем, там наших ни за что штрафуют. То есть такое есть, конечно, мы переживаем, болеем всей командой. Анастасия учится в Рязанском государственном радиотехническом университете на 3-м курсе. Говорит, что тренировки совмещать с учебой непросто, однако у нее получается. Кстати, помимо группы поддержки, Анастасия ходит и в тренажерный зал. Татьяна Устюкова посещает группу поддержки с самого ее основания. Она работает в областной клинической больнице старшей медсестрой диагностической лаборатории. Коллеги гордятся ее успехами. Татьяна призналась, что ей удалось заразить хоккеем своих друзей. Хотя изначально она посещала тренировки ради спортивного интереса. Сначала просто чисто спортивный интерес. Что это такое, как это все проходит. Ну, чтобы с пользой провести время,
и побольше тренировок, чтобы было. А потом уже втянулись в атмосферу хоккея, в саму игру. И очень стало нравиться и стали переживать за свою родную рязанскую команду. Теперь Татьяна на протяжении почти 5 лет поддерживает клуб вместе со зрительным залом. Чирлидинг – явление для региона не новое. Многие уже видели подобные выступления на зарубежных матчах и в фильмах. А с недавних пор группы поддержки стали появляться и в Рязани. Почти 5 лет назад Надежде Сократовой поступило предложение о создании такой для хоккейного клуба «Рязань». Она решила попробовать. Первый набор так получилось, что мы собрали всех наших знакомых танцующих тренеров, каких-то, может быть, занимающихся, всех, кто любит танцевать, увлекается танцами активно, здоровым образом жизни. То есть мы собрали тех, кто мог быстро и что-то сделать вместе. Отрепетировали какие-то связки танцевальные, придумали сами, собирались и вышли с ними первый раз. Отстояли на матче, все было пока непонятно, потому что формат был незнакомый. Потом начали чистить, узнавать, интересоваться, как все сделать лучше, что-то добавлять, какие-то идеи, фишки пробовать. И, в общем, сейчас как-то уже все у нас поинтереснее складывается. Если раньше в составе группы поддержки на лед выезжали фитнес-тренеры, то теперь это девушки, которые прошли специальный кастинг. Надежда на льду появляться перестала. Она занимает пост руководителя группы. Ее задача – поставить хореографию. Тренируются девушки в холле 2-го этажа спортивного комплекса вместе с хоккеистами. А потом на лед. Три года назад в программе у девушек появились коньки. Они выносят флаги и встречают хоккеистов. А после свистка судьи на арене начинается хоккейный матч. 5 октября рязанцы встречались с командой из Воронежа «Буран». Сильный соперник, у которого пришлось врывать победу. Со сцены и трибун команду поддерживают девушки. Вместе со зрителями они распевают гимны и танцуют в такт всем кричалкам. И уже в первом периоде рязанцы открывают счет. Девушки радуются вместе со зрителями. А затем новые атаки. И все та же поддержка, которая так необходима игрокам. Во время матча танцуют 16 девушек. Всего в группе поддержки их 18. Самой младшей участнице 16 лет. Вот только на трибунах можно заметить и совсем юную болельщицу. Наравне с коллегами она переживает за успехи клуба. И вторая шайба не заставляет себя долго ждать. Первый период закончился со счетом 2-0. А в итоге рязанцам удалось обыграть воронежский клуб со счетом 3-2. После матча хоккеисты идут восстанавливаться и готовиться к следующему. Девушкам предстоят свои тренировки, чтобы в следующий раз также выйти на ледовую арену с улыбками на лицах и положительным зарядом внутри, дабы разделить свою энергию с игроками и зрителями. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Технические дайверы из Воронежа исследовали карстовую пещеру на берегу реки Проня. Этот объект уникален. Раньше здесь была каменоломня. После того, как поднялась река, пещера заполнилась водой. Кадры подводной съемки в сюжете Дины Исляевой. Алексей и Евгений Власовы занимаются техническим дайвингом. Исследование водоемов – увлечение. Про пещеру на Проне узнали случайно и сразу же решили ехать. Пещера из-за потоплений постепенно разрушается и в ближайшие годы может вообще закрыться. Раньше зайти в нее не составляло труда, сейчас пробраться можно только ползком. Там хорошо видно, какие размеры. И он такой же тоже скромный по размерам. И чтобы туда войти, необходимо уже опять плоско вползать туда и в воду входить очень аккуратно. Дело в том, что вот этот вот известняк, он очень легко мутится. И, скажем так, чтобы посмотреть вот эту вот красивую пещеру, нужно делать все очень аккуратно. В теплое время года температура воды под землей не превышает 6-7 градусов. Водных обитателей Евгений и Алексей в пещере не увидели. Единственные живые существа, которые здесь живут – ласточки. Дина Исляева, телекомпания «Город». В Рязанской области впервые провели День леса. Мероприятие прошло в пятницу, 5 октября. Оно стало частью всероссийской акции под названием «Живи лес». В программе посадка молодого леса, осмотр лесохозяйственной, лесозаготовительной и лесопожарной техники, в том числе в работе. А также ярмарка народных ремесел, выступления казаков и концерт. Первый в регионе День леса прошел в Касимове. Мероприятие началось с межрегиональной научно-практической конференции. В последние годы руководство страны уделяет особое внимание сохранению лесных богатств. В рамках исполнения майского указа президента Российской Федерации предусмотрено к 2024 году ликвидировать разрыв между площадью рубки и их восстановлением. Кроме того, с 1 января 2019 года вводится в действие
положение, предусматривающее создание компенсационных лесов. Участники научно-практической конференции обсудили вопросы лесовосстановления, сохранения и защиты лесов, внедрения современных методов мониторинга. Участниками стали представители Нацпарка Мещера, Департамента лесного хозяйства Центрального федерального округа, лесничеств различных регионов, ученые из РГТУ. Они же ответили и на вопросы местных жителей. После мероприятия прошла всероссийская акция под названием «Живи лес». Представители различных ведомств посетили местное деревообрабатывающее предприятие, а также осмотрели питомник, где выращиваются саженцы сосны. Была представлена и выставка современной лесохозяйственной, лесозаготовительной и лесопожарной техники, которая используется в регионе. Продемонстрировали и ее работу на практике. Для зрителей работала выставка-ярмарка народных ремесел, организованная мастерами города Касимова. Проходила концертная программа и выступление казаков. От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова участников приветствовал заместитель председателя правительства региона Виталий Артемов. Это первая наша акция «День леса» и не первая акция «Живи лес». Давайте установим хорошую традицию, чтобы День леса у нас проводился в Рязанской области ежегодно с участием как представителей федеральных агентств, так и представителей других регионов. В рамках акции «Живи лес» участниками было высажено порядка 6 тысяч саженцев сосны. Свой вклад внес и Виталий Артемов. Планируется, что подобное мероприятие станет ежегодным и будет проходить в различных районах. Валерий Седов совместно с Касимов ТВ. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету: будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».